В принципе, закончил на сегодня рыбалку, был порядка 2-2,5 часа ловил, пробовал железо, попался один такой хороший бычок, отпустил, конечно же, вымя в принципе не работало, но сегодня, наверное, клёва не было ни у кого, потому что мужики все бегают, ну, видно, что местные приходят за мелким окунем, бегают по всему водоему. Рыбы, наверное, нету сегодня. Ну, точнее, она есть, но она не клюет. Ну, как-то так.